Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас GTA 5 RP. Решил немножко я от Радмира с Некстом отдохнуть и начать жизнь с нуля, то есть полностью без доната, без ничего. Ну, попробую без доната, конечно, прокачать себе эту здесь аккаунт. Но перед началом ролика, как всегда, не забывай меня поддерживать. Заходим в F10, настроечки, промокод и пишем мой промокод. Сохраняем, потом заходим в подарки и активируем VIP статус. Что он дает и какие бонусы у вас сейчас выглядят на экране. Ну а мы начинаем к рубрике с нуля. Итак, при появлении получается, как создали персонажа, что мы делаем? Подходим к Майклу, читаем его текст. Да, я все понял. Готов окунуться в мир потрясающих эмоций? Конечно, готов, рассказывай. Так-то скорее новенький, тебе нужно немного остановиться. Да я понял, все. У вас новое сообщение. Отрываем телефончик. Сообщение. Так, геолокация. Что дальше не делать? Эй, мне в порт ехать. Тут, короче, есть два типа задания. Либо ты едешь на стройку. Мне кажется, стройка это самая выгодная. Либо ты едешь в порт. Но там ящики таскать мне очень не нравится. Поэтому арендуем мопедик и едем в порт. И, кстати, да, почему именно выбрал сервер Альта? Тут играют мои знакомые, то есть друзья, с кем я раньше играл. И поэтому думаю, ну, в принципе, с ними и контента больше будет, и поснимать есть что-то, так как они находятся кто в Крайме, кто в Госках. Так, ну а мы подъезжаем к нашей метке. Так, что-то я не туда поехал. Ага, не туда. Железный конь. Ты куда? Куда мне ехать? А, вот. Так, ну мы подъезжаем к нашей меточке, получается. Сорян. Ага, садимся. Привет, что? Да. Плачу 11 баксов за ящик. Окей. Поехали. Что нам надо? Куда подойти? И куда? А вон люди бегут. И вот сюда, да? Есть. 11 баксов ящик. Неплохо. Так, для вас я сделал перемотки, получается, а я пока эти 50 ящиков поразгружаю. Итак, спустя долгое время, наконец-то, последний ящик. 50 ящиков, как это было долго. Поэтому нужно настройки проще. Итак, получаем свою 1000. И идем к этому прорабу. И забираем еще 1500 за работу. Да, всего спасибо. Спасибо. Нифига, тут люди добрые. Вежливые, точнее. Так, возвращайтесь к Майклу, да? У вас уже есть... Ага, понял. Поехали обратно. Мне смс-очка была, я помню. Смс-ка. Так, возвращайтесь ко мне. Так, назад. Хорошо. Поехали к Майклу. Это мой. Это не мой. Это мой, да? Так, подъезжаем к Майклу. Глушим мопед. Где Майкл? Да уйди, Юни. Джорджу надо ехать, да? Угу. Понял. Метку нам дали уже? Дали метку. Где мой мопед? Поехали к Джорджу. Итак, Джордж, привет, да, Майкл уже оповестил меня о том. Угу, понял. Давай нам дальше шмотки. Ага, ты мне сейчас шмотки дашь, да? Поэтому вот тебе бабки 24/7. Так, мне надо ему купить колу и сигареты. Окей. Плюс 200 баксов и метка к 24/7. Так, ну мы не будем искать ближайший магазин, точнее, где дешевле. Я знаю точно то, что вот здесь вот, который в Миропарке.
Хозяин обычно ставит наценку очень большую, потому что как бы все новички к нему идут закупаться, и поэтому ставит прибыль. Можно, конечно, найти и подешевле, где нет наценки, но нам по-быстрому надо, поэтому будем покупать вот здесь. Заходим в магазинчик и покупаем. Что у нас по наценочке? Кола 140, ну да, обычно она 120 должна стоить, а она, видите, 149, то есть 29 баксов наценка. И сигаретки покупаем. И поехали назад к Джорджу. Так, Джордж, ты хочешь от меня? Вот ты вернулся, я думаю, что ты меня кинешь, ты ничего не подумал. Санта сам по себе такой город, вроде бы доверишь человека, а бас может поставить тебя за решетку. Ага, все понятно. Так, он дает нам шмотки. Угу. Давай, все, я понял тебя. Выбрать одежду. Так, вот этот хочу. Вот эти хочу. И вот эти хочу. Выбрать. Угу. Поговори с Джорджем. Давай поговорим. Ну, теперь хоть не поговоришь так. Мне нужно получить права, да? Понял. Спасибо. Давай переоденемся. О, повезло. Вот так. И вот так. Все, это выбросить. Ну теперь хоть не такой бомжик я. Поехали к правам. Права у нас вот здесь. Так, подъезжаем к правам. Глушим наш мопед. Так, сдать тест. Окей, 100 баксов. Начнем. Наконец-то, спустя 6 попыток, я сдал эти права. Это было сложно. Берем машинку. В аренду, да, поехали. Не везде бабки списываются, почему все плотно? Ну а пока я сдаю, получается, на права. Хочу вам показать одну ситуацию. Я уже, то есть здесь играл, встретился со своими друзьями, точнее другом одним, и мы решили с ним приколоться над другим другом. Тот рыбачил на пирсе, и так как он меня не знал, я решил над ним приколоться. Но что из этого получилось, вы сейчас увидите. Так, ну, так как у меня запись не сохранилась, записывал, получается, мой друг, поэтому будет запись идти с его экрана. То есть, не смотри. Эмоции, да? Ну, дай денег. А соседку тетю Зину, он ебал мне рис корзину, а соседа дядю Гришу, хуя гину через крышу, а в гражданскую войну он спал дивизию одну. А мне старый дед Максим не дает мне мать. Что он делает, блядь? Чап, что у тебя тут происходит? Это неадекват какой-то. Я ЛСПД вызвал, сейчас приеду за прошенничество. Я пиздец отошел, но.
Он там откатил даже, потом вам смотрит. Сука. Ну а пока вы смотрели ролик, отрывок, я уже сдал на права. Поэтому заходим в смс-очки, смс-очки. Так, фотку, да, надо сделать? Это возле мэрии. Понял. Фотка возле мэрии. Блин, везде надо аренду брать. Это вот плохо. У нас мэрия вот здесь. Поехали на мэрию. Так, подъезжаем к нашей фотосессии. Фото на документы. Сделать фото. Ух, нифига себе. Вау. Давайте какого-нибудь... О, сердитый буду. Фото загружено. У вас новое сообщение. Так, сообщение. Покажите вашу бумажку. Так. Прощайся. Пару идей. Ага, это я так понял. Надо возвращаться к... Майкл, да? А, начало пути, да. Поехали опять к Майклу. На самом деле, сюжетку можно было здесь сделать поинтересней. Как-то очень скучно у них. Тем временем мы уже у Майкла. Тихо. Тут пацаны уже катаются. Где наш Майкл? Тебя не видно, будем надеяться, что ты через некоторое время. А, это типа все, да? 10 задания. Да, это все. Итого. У нас получилось 1700 на карте и 400 баксов на счету, но не считая того, что я потратил там на права, сдавал очень много, плюс-минус где-то 3000 мы заработали, и я не успел на один payday, у нас было бы уже второй уровень, поэтому на этом, думаю, можно будет пока не заканчивать. Вот такое было начало. Следующий ролик будем продолжать развиваться. То есть работать, зарабатывать на свою первую, наверное, машину какую-нибудь. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставим там лайки, дизлайки. Ну и подписывайтесь на канал.